премьер-министр Армении Никол Пашинян, идя на церемонию присяги молодых дипломатов и мероприятие, посвященную десятилетию создания дипломатической академии, встретился со студентами, проводящими сидячую акцию протеста перед административным зданием Министерства образования, науки, культуры и спорта Армении с требованием отставки министра образования, науки и спорта Араика Арутюняна. Как передает Армен-Пресс, молодые люди представили премьер-министру свою точку зрения, отметив, что министр провалил политику в сфере образования и науки. Если бы он был взяточником, брал деньги на вступительных экзаменах, никто бы не протестовал. Образовательную политику в Армении осуществляет не Араик Арутюнян, образовательную политику в Армении осуществляет правительство, и вчера на заседании правительства я подробно затронул этот вопрос. Я не разделяю мнение, что какие-то люди антинациональные, какие-то национальные. В Армении не было более национального правительства, сказал премьер-министр. Участники акции также отметили, что министр избегает слушать своих оппонентов. Я гарантирую, что если есть проблема с выслушиванием, то она будет решена, и я пришел и сейчас слушаю вас, отметил Пашинян. Сидячая забастовка студентов некоторых вузов и представителей молодежного крыла АРФТ с требованием отставки Араика Арутюняна перед Министерством образования и науки началась 7 ноября. Республика Армения профинансирует отрывок из фильма о двойном чемпионате Европы по тяжелой атлетике и бронзовом призере чемпионата мира Меле Далузяне, который касается чемпионства Далузяна. Как передает Армен-Пресс, об этом 8 ноября заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в беседе с молодыми людьми, проводящими сидячую акцию протеста перед зданием Министерства образования, науки, культуры и спорта Армении с требованием отставки Араика Арутюняна. Человек, о котором вы говорите, двукратный чемпион Европы, благодаря которому трижды поднимался флаг Армении и звучал гимн. В моем понимании это фильм о человеке и чемпионе, мы финансируем ту часть фильма, которая о нашем чемпионе, сказал премьер. ГНК Национальный киноцентр Армении 30 января 2019 года получил от правительства Армении грант в размере 160-148-800 драмов на осуществление кинопрограмм до 31 января 2020 года. Из этого гранта национального кино Центра на фильм «Мел» выделено 20 миллионов драмов. Мел Далузян несколько лет назад уехал из Армении и попросил политического убежища у властей Нидерландов. Он имеет нетрадиционную сексуальную ориентацию. Пишите ваше мнение в комментариях, ставьте лайки и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустили новые видео.